Доброго утра всем! Сегодня мы поближе познакомим со сабельником болотным. Как ранее уже рассказывалось, он помогает при всех заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это артриты, артрозы, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, ревматизмы. Но также у него есть и другие свойства. Он помогает при онкологических заболеваниях. Основное направление – это онкология костей и крови. Также помогает справиться при остеомиелите. Благодаря тому, что он обладает сильными противовоспалительными свойствами, он умеет справляться с проблемами во всем организме – при заболевании почек, печени, при вирусных заболеваниях, простудных, помогает нашему организму. И также сабельник болотный выводит токсины из нашего организма. В некотором роде он является биогенным стимулятором, повышая иммунитет нашего организма и помогая ему работать качественнее и лучше. И я желаю, чтобы ваш организм тоже работал качественно и четко, как часики. Всего доброго!